В Карачаево-Черкесии продолжается работа по социальной догазификации в рамках реализации поручений президента России Владимира Путина. Программа пользуется большим спросом у граждан Карачаева-Черкесии. С начала этого года уже 617 жителей республики заключили договоры на подключение в рамках социальной догазификации. Кроме того, за счет регионального бюджета оказывают финансовую поддержку для всех заявителей без исключения на проведение работ внутри границ домовладений. А по льготным категориям граждан предоставляется субсидия на приобретение внутридомового газового оборудования. В первую очередь это многодетные семьи, участники специальной военной операции, семьи с низким доходом, отметил руководитель региона.